Выяснилось, что на электронную почту потерпевшей поступило письмо с сообщением, что счет ее электронного кошелька заблокирован. Для разблокировки требуется сообщить данные счета и код доступа. Спустя некоторое время женщина обнаружила, что с ее счета дважды были списаны средства. Личность возможного злоумышленника была установлена. Подозреваемым оказался 25-летний житель Лазаревского района. На допросе он сознался и пояснил, что хотел проверить, как работает схема взлома электронных кошельков. О том, что потерпевшая оказалась пенсионерка, он узнал уже после того, как похитил деньги. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкции предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.